откроет нашу сессию Игнатова Екатерина Олеговна, старший научный сотрудник отделения химиотерапии номер 2, вот, с которой мы имеем счастье работать бок о бок. Итак, опции, применимые для большинства пациентов. Пожалуйста, Екатерина Олеговна. Лечение колоректального рака. В нашей сессии, как уже было сказано, мы разбираем варианты лечения, возможности лечения терапии рефрактерного колоректального рака. И в своем докладе я освещу основные опции, которые применимы для большинства пациентов с колоректальным раком. Хочется напомнить, этому уже посвящен разговору о терапии колоректального рака был посвящен уже полный вчерашний день, но тактика лечения, тактика выбора лечения у пациентов с колоректальным раком основывается на последовательном назначении сначала первой линии, потом второй линии, потом третьей линии. В каких-то случаях возможно рассматривать варианты реиндукции режимов. Основополагающим в лечении колоректального рака и выбора тактики является определение молекулярного профиля опухоли. Это микросателлитные нестабильности, мутации в генах KRAS, NRAS, BRAF, а также экспрессии HER2. Что же касается третьей линии. Опции, применимые для большинства больных на третьей линии, это два режима. Регорафенип. И это мультикиназный ингибитор тирозинкиназ, мультикиназный ингибитор и препарат трифлюридин типирацир, пероральный фторпиримидин. Соответственно, в своем сообщении я остановлюсь на этих двух режимах третьей линии лечения рефрактерного колоректального рака. Итак, начнем. Оценке эффективности препарата регорафениба было посвящено несколько исследований, суммарно 3 исследования. 2 из них оказались позитивными, они оценивали регорафениб в сравнении с плацебо, и одно оказалось негативное, в котором оценивался регорафениб в сравнении с атезолизумабом, кабетинибом и монотерапией атезолизумабом. При этом регорафениб использовался как препарат сравнения. Остановимся более подробно на 2 исследованиях. Это исследования Correct и Concord. Эти 2 исследования имели одинаковый дизайн. Главное отличие их стояло в том, что исследовалась различная популяция пациентов. В исследовании Correct это популяция пациентов из Европы, Северной Америки, Австралии, в большей степени можно соотносить с нашей популяцией пациентов. В исследовании Concord это азиатская популяция пациентов. Это большие рандомизированные исследования третьей фазы, в которые включались пациенты с метастатическим колоректальным раком, которые запрогрессировали после стандартной терапии. Все пациенты были рандомизированы на 2 группы, это в соотношении 2:1, это группу регорафениба и группу плацебо. При этом хочется отметить, что стартовая доза приема регорафениба в этих 2 исследованиях составила 160 мг в сутки, прием 3 недели с перерывом 1 неделя. Первичные и конечные точки, так как исследование третьей фазы была общая выживаемость, вторичные конечные точки, выживаемость без прогрессирования, частота объективного ответа и обязательная безопасность. Какие пациенты включались в данное исследование? Обращайте на себя внимание, что в оба исследования были включены пациенты, достаточно предлеченные, более 3 линий предшествующей терапии получила порядка 40% пациентов, а в исследовании Correct даже более 40, практически 50-49. Медиана возраста составила порядка 60 лет. И все пациенты из исследования Correct получили анти-VGFR терапию бевацизумабом. И при оценке эффективности по первичной конечной точке была показана значимая эффективность регорафениба по сравнению с плацебо
При этом исследование CORRECT, медиана общей выживаемости составила 6,4 месяца. В исследовании CONCOR медиана общей выживаемости составила 8,8 месяцев. При этом хочется отметить, что пациенты в исследовании CONCOR были менее предлечены по сравнению с пациентами в исследовании CORRECT. В связи с этим можно таким образом оценивать полученные результаты медианы общей выживаемости, которые в абсолютном показателе немного выше. При этом также регорафенип продемонстрировал высокую эффективность по общей выживаемости у менее предлеченных пациентов в исследовании IBRANCE 370. Как я уже говорила, что в этом исследовании группы регорафениба была группой сравнения для двух других групп монотерапии тоцилизумаба и комбинированной терапии отезолизумаба с кабинетинибом, и медиана общей выживаемости при применении регорафениба составила 8,5 месяцев. Тогда как при оценке эффективности по общей выживаемости, к сожалению, не было достигнуто значимого различия между тремя этими группами. Применение регорафениба позволяло достигнуть достаточно высокой частоты контроля заболевания. В группе регорафениба она составила 41,51%, соответственно, в исследовании CORRECT и исследовании CONCOR по сравнению с 15% и 7% в исследовании CORRECT и CONCOR. При этом медиана выживаемости без прогрессирования в абсолютных показателях была не более 2 месяцев в исследовании CORRECT и 3,2 месяца в исследовании CONCOR. Важно знать, и мы, наверное, уже все знаем, потому что этот препарат давно мы используем, о профиле безопасности регорафениба. Обращает на себя внимание, что любая степень нежелательных явлений больше третьей достаточно высока в двух исследованиях, она больше 70%, 78-71% соответственно. При этом нежелательные явления, связанные с приемом регорафениба больше третьей степени, составляют более 50% в двух исследованиях. При этом у более чем 70% пациентов происходила модификация дозового режима, любая модификация дозового режима, а прерывание и откладывание лечения в исследовании CORRECT было зафиксировано в 70% случаев и в исследовании регорафениб в 66% случаев, при этом, что медиана суточной дозы составляла 160 мг и 153 мг. При этом медиана продолжительности терапии, еще раз хочется обратить на это внимание, не такая уж и большая, это регорафениб в исследовании CORRECT 1,7 месяцев, в исследовании CONCOR 2,4 месяца. Особенностью является то, что большая часть всех нежелательных явлений возникала в самом начале терапии и со временем снижалась. И к основным нежелательным явлениям относились такие нежелательные явления, характерные для мультикиназных ингибиторов, как сыпь, утомляемость, гипертензия, диарея и другие. При этом, помимо крупных рандомизированных исследований, в которых была продемонстрирована эффективность регорафениба, у нас в арсенале есть несколько исследований в реальной клинической практике, соответственно, которые были проведены на большем количестве пациентов и в котором было, соответственно, были отобраны менее, наверное, тщательно больные, нежели как рандомизированные исследования. И медиана общей выживаемости в исследованиях из реальной клинической практики не превышала 8 месяцев. В исследовании Ребекка составила 5,6 месяцев. В японском исследовании
6,9 месяцев, в исследовании Correct 7,7 месяцев и Recore 5,8 месяцев. При этом медиана выживаемости без прогрессирования не превышала, была в районе 3 месяцев, что соответствовало. Таким образом, результаты исследований из реальной клинической практики, в принципе, подтверждали полученные уже результаты исследования рандомизированные. Интересно обратить внимание на подгрупповой анализ этих двух исследований, в которых анализировались факторы прогноза. И оказалось, что благоприятным фактором, у подгруппы больных, у которых выживаемость без прогрессирования была более 4 месяцев, характеризовались определенными клиническими характеристиками. Все больные, соответственно, у которых была зафиксирована длительная выживаемость без прогрессирования, имели общее удовлетворительное состояние, статус ЭКО 0. Малое число органов, пораженных метастазом в исследовании Correct, это 1,2, а в исследовании Continue это отсутствие метастазов в печени. А также важным являлся интервал между выявлением метастазов и началом терапии регорафениба. И граница этого интервала составила 18 месяцев. При этом, помимо благоприятных признаков, в исследованиях анализировались и ранние признаки отсутствия эффекта на терапию регорафениба. И к одному из таких ранних признаков отсутствия эффекта являлось отсутствие снижения маркера CA19-9 после первого курса. Это независимый негативный фактор прогноза. И второй, который был выделен в исследовании, это повышение уровня ЛДГ больше 1,2 значений выше границы нормы перед первым курсом. Это также независимый негативный фактор прогноза, при котором было показано значимое отличие в показателях эффективности терапии регорафенибом. Таким образом, факторы, влияющие на эффективность препарата регорафениба у предлеченных пациентов с колоректальным раком, хочется выделить несколько групп факторов. Это история заболевания пациента, выигрывали те пациенты, у которых было более 18 месяцев с момента постановки диагноза метастатического заболевания до начала терапии регорафенибов. Лучшая переносимость, отсутствие нежелательных явлений в течение первых 4 курсов терапии и клинико-морфологические характеристики опухоли, меньшее количество метастазов имели лучший выигрыш на терапию регорафенибом, низкий уровень ЛДГ, прогрессия в одном очаге и отсутствие изменения дозы или режима приема регорафениба. Так как в реальной клинической практике были сложности с токсичностью на первично исследуемые дозы 160 мг в сутки, в клинике Майо Миннесота проведено было исследование REDOS, в котором анализировался режим, оптимальный дозовый режим приема регорафениба. И была разработана следующая схема, по которой на первой неделе регорафениб применялся в дозе 80 мг при удовлетворительной переносимости, на второй неделе повышался до 120, и на третьей неделе до 160. По результатам данного исследования данный подбор дозы, оптимальный подбор дозы, начиная с 80 мг, сейчас в настоящий момент ходит
во все рекомендации, как наши отечественные, так и рекомендации NCCN, как оптимальный вариант терапии регорафенибом с 80 мг. При этом группы наших отечественных исследователей был проведен метаанализ исследования влияния стартовой дозы регорафениба на общую выживаемость пациентов с метастатическим колоректальным раком кишки. Были проанализированы все исследования, которые вышли на данную тему. В работах, в которые были включены в метаанализ, происходило сравнение дозовых режимов регорафениба в отношении показателей общей выживаемости. Количество больных во всех работах, недопустимых для анализа, было более 10 и более. Критерием исключения из метаанализа не включались те работы, где применялась комбинация регорафениба с другими препаратами. И по результатам проведенной работы суммарно изучено 644 исследования. Было показано, что снижение стартовой дозы регорафениба не приводит к ухудшению общей выживаемости больных метастатическим колоректальным раком. Таким образом, как мы уже и сказали, что регорафениб входит во все современные рекомендации, в том числе в рекомендации РУСКО, АОР, NCCN, ЭСМО в качестве терапии 3-4 линии предлеченных пациентов с колоректальным раком и является возможной опцией второй линии терапии тех пациентов, которые получали трехкомпонентный режим фолфоксири. И опять же хочется отметить, что режим дозовый, который включен во все рекомендации, рекомендованный, это начало лечения с 80 мг и увеличение до 120 на второй неделе и до 160 мг на третьей неделе. Это касается, все эти исследования касались терапии регорафенибом, одной из возможных опций лечения рефрактерного колоректального рака. В арсенале онкологов на сегодняшний день есть уже доказанная опция, дополнительная опция терапии третьей линии. Это примедение перорального вторпиримидина, трифлюоридина, тепирацила. Эффективность трифлюоридина, тепирацила или препарата ТАС-102 была продемонстрирована в рандомизированном исследовании третьей фазы рекурса. В данное исследование были включены пациенты с метастатическим колоректальным раком, которые получили более двух линий предшествующего режима, которые рефрактерны к возможным режимам химиотерапии, и пациенты включались в общем удовлетворительном состоянии. Суммарно в исследование было включено более, соответственно, 800 больных, порядка 20% пациентов ранее уже получали регорафениб. Рандомизация происходила в соотношении 2:1. Режим исследовался трифлюоридин, тепирацил в монорежиме в сравнении с плацебо. И первичная конечная точка, медиана общей выживаемости, вторичная конечная точка, выживаемость без прогрессирования и безопасность. И по оценке эффективности лечения по первичной конечной точке была продемонстрирован выигрыш в отношении применения трифлюоридина тепирацилы, медиана общей выживаемости составила 7,1 месяца в сравнении с 5,3 месяцами применения группы плацебо. Сравнивая две эти возможности, применение регорафениба и применение трифлюоридина тепирацила, какую же возможность выбрать, конечно же, хочется порассуждать о профиле токсичности
двух этих препаратов. Сейчас, значит, в исследовании рекурса обращает на себя внимание, что при применении трифлюоридина тепироцила основной профиль токсичности, в том числе третьей-четвертой степени, это была гематологическая токсичность. Так, нейтропения третьей степени встречалась у 26% случаев, четвертой степени у 11% случаев, фибрильная нейтропения третьей степени порядка 3% случаев. Также трифлюоридин тепироцел мог вызвать анемию третьей степени до 18% случаев, и некоторым пациентам требовалось проведение гемотрансфузии. Помимо рандомизированного исследования третьей фазы, также уже накоплены несколько исследований реальной клинической практики, которые включили в себе достаточное количество пациентов. В исследовании в США более 500 пациентов, итальянское исследование 300, в Испании 600, где также оценивался аналогичный режим применения трифлюоридина тепироцила, и обращает на себя внимание, показатели общей выживаемости составляют 6,2 и 6,6 месяцев, выживаемость без прогрессирования 2,7 и 2,4 месяца. При этом, рассматривая токсичность третьей-четвертой степени, во всех исследованиях была в районе 40-50%. И основными значимыми показателями токсичности была именно гематологическая токсичность, нейтропения, фибрильная нейтропения и анемия в 15% случаев. Если сравнивать, соответственно, данные режимы регорафенип и трифлюоридин тепироцил при непрямом сравнении просто по показателям результата лечения, то обращайте на себя внимание, что так или иначе данные режимы имеют сравнимые показатели как общей выживаемости, да, порядка 7 месяцев, не превышают 8 месяцев, и так выживаемости без прогрессирования порядка 2 месяцев. При этом в исследовании Риготас, которое было представлено на ежегодном конгрессе ASCO в 2017 году, было представлено сравнение этих двух режимов, в которых отсутствовала разница между при непосредственном сравнении применения двух препаратов. Кривые практически идентичны. Сравнению эффективности применения регорафениба и препарата ТАС-102 или трифлюоридина тепироцила посвящен метаанализ. В метаанализе сравнивалась не только эффективность данных режимов по общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования, но также и по значимым проявлениям токсичности и их влиянию на эффективность. И как уже следует, наверное, из предыдущих рассуждений, по результатам данного анализа отсутствовала разница между применением регорафениба и ТАС-102 при сравнении по показателю общей выживаемости. При этом при применении регорафениба значительно в большей степени приходилось модифицировать режим, откладывать начало лечения, что влияло на показатели выживаемости до прогрессирования. Таким образом, каков же у нас алгоритм выбора терапии третьей линии и последующих линий лечения у большинства больных? Так, в терапии колоректального рака мы последовательно назначаем сначала первую линию,
потом вторую линию, далее третью линию. Наш выбор основывается на молекулярных генетических характеристиках опухоли, а также статусе, клиническом статусе больного. Опираясь на все доказательства из клинических исследований, мы видим, что регорафениб требует для, так скажем, удачного своего назначения, требует наличия у пациента более наилучшего клинического статуса. Поэтому регорафениб в настоящее время является, наверное, предпочтительной опцией для тех пациентов, которые находятся в удовлетворительном клиническом статусе, в статусе ЭКОК-0-1. У данной подгруппы мы можем ожидать больший эффект. Тогда как трифлюоридин-тепирацил мы можем предложить даже для пациентов, которые находятся в статусе ЭКОК-2. К сожалению, мы не сможем в связи с профилем токсичности данной подгруппы пациентов назначить регорафениб. И уж, наверное, в последующем не сможем им назначить трифлюоридин-тепирацил, потому что состояние пациента будет ухудшаться в связи с токсическим профилем терапии регорафениба. Спасибо за внимание.